Всем добрый день, друзья! Добро пожаловать на канал Diana Lyusha Life. И сегодня у нас традиционный обзор по ссылке с китайского сайта Newcheap. И я затягивать не буду, начнем обзор сразу, но... Одно маленькое, но все-таки я скажу. Один товар не пришел, потому что мы уехали в Черногорию. В это время он приехал и, скорее всего, уехал обратно. Поэтому всегда учитывайте, что нужно заказывать очень заранее. Поэтому подумайте 200 тысяч раз, так ли важна будет в какое-то определенное время эта вещь, или же можно будет подождать. Итак, давайте начнем с купальников. Да, я заказала купальники. На этот раз все вышло совсем неудачно. И да, это плохая новость. Потому что купальников я заказала даже несколько. Первый купальник — это вот такой купальничек. Вот такие вот плавочки есть. И вот такой верх. То есть здесь завязочки на шее, сзади такой пояс и еще завязки. В общем, по качеству купальник неплохой. Он с подкладочками. Здесь прям сетка. Здесь очень качественно сделан купальник. Очень неплохо. Даже не знаю. Вот. Мне понравился его цвет и вообще фасон. Все. Но заказала я огромный размер просто. Потому что в прошлый раз, когда я делала заказ купальника с Royce Gal, я заказала купальник в размере S. Верх был на меня, низ был слишком мал. Я думала заказать M, а потом подумала, да бог с ней, M, наверное, тоже маленькая. Заказала L. Представьте себе, заказала L-ку. И тот купальник. Хотя второй, по-моему, M-ку размеры вообще не подошли. Все очень большое на меня. Ну, не прям, чтобы огромное, но это явно не мой размер. А носить купальники больше своего размера — это мой витон. Поэтому этот купальник, конечно же, я подарю сестре. По качеству мне он очень понравился, у них приятная цена. Все точь-в-точь, как на изображении, моя любимая фраза, когда я делала обзоры с китайских сайтов. Да, это очень важно. Второй купальник — это купальник сейчас такой новомодный. Не знаю, по-моему, даже уже это и не слишком-то модно, но мне он очень сильно нравился. Я хотела себе такой купальник. Вот такой вот верх с лепестками. Очень-очень красивый верх, просто потрясающий. Такой мягкий, на ощупь. Здесь без подкладок, здесь просто вот такой купальник тряпичный, без ничего. Ну, судя по плавкам, вы, наверное, поймете, что это совсем огромный купальник для меня. Но здесь есть минус этого купальника. Он как бы как-то светится. Он, ну, вот видите, лицо, наверное, мое видно даже через него. Он светится, но так как он черный, думаю, не сильно это критично. Он просто тоньше. Купальники пришли без посторонних запахов каких-то странных. Знаете, вот не прям дешевый Китай, не воняет ничем. Приятный на ощупь, завязочки, все хорошо, хорошо сделан, аккуратные швы, все пришло запакованное, то есть, ну, все прекрасно, кроме размеров. Этот купальник я думала подарить маме, то есть тот Карине, этот маме, но мама, когда его померила, поняла, что это совершенно не ее, она решила, что он здесь у нее великоват, и они с папой посмеялись с него, сказали, что она как папуаска, и, в общем, маме он не подошел, возможно, он не по возрасту не подходит, я не знаю. Я думала, что два этих купальника отлично подойдут моей сестре, поэтому Карине вот такой вот будет подарок, вот, соберутся на море, поедут, будут она покорять все пляжи. Я, к сожалению, осталась без таких купальников, ну, возможно, это и судьба, возможно, они бы мне не сильно бы и подошли. И еще мы заказывали плавочки Леши, это была удачная покупка, вот такие вот плавки. Кстати, их я даже постирала случайно. Честно, случайно постирала их машинкой. Все нормально, как новое, ничего не случилось. Размер мы заказали XL. Можно было бы чуть-чуть больше. Но я думаю, закажи мы больше, случился бы какой-нибудь конфуз на пляже. Однозначно. Мужчинам, наверное, тоже очень тяжело выбирать плавки. То маленькое неудобно, то слишком большое. И вы понимаете, что может случиться. Плавки очень хорошие, приятные на ощупь. Они не светятся, они достаточно комфортные, как я поняла по Леше. Я думаю, на видео вы видели, как они сидят. Ну, неплохие плавки. Классические. Не буду я вдаваться в подробности. Плавочки действительно хорошие, они стоят того, чтобы их заказать. Больше про них, в принципе, нечего говорить. Что еще насчет мужского заказа? Тут вот такие штуки. Они очень странные. Вы не поймете, что это, пока я не ставлю картинку. Какие-то как ремни на ноги мужчинам, подтяжечки такие, чтобы они цепляли рубашку. Что-то вроде бы нашего, знаете, пояса для чулков. Так вот, это для мужчин, чтобы рубашка, заправленная в брюки, не как бы топорщилась, не вылазила с этих брюк, и это очень удобная вещь. Именно с этими предметами, можно так сказать, Леша был на свадьбе, они его выручили. Это очень удобная штука. Все, кстати, в описании будут все абсолютно товары, цены на них. Когда меня люди спрашивают, почему ты не говоришь цены, цены, конечно, там же, поэтому вы можете все сами посмотреть. Эта вещь приходит парой, то есть там написано одна штука, и мы не поняли, мы заказали, ну, написали количество два, мы думали, что вот за одну штуку цена и что одна штука придет. Мы заказали два, и нам пришло два комплекта. Поэтому заказывайте один, если вам нужно только вот себе, а не кому-то еще. Это вещь, реально, для тех, кто заправляет рубашки. То, что надо. Леше очень понравилось, он очень рекомендует, и они действительно качественно сделаны. Конечно, там нужно будет отрегулировать, если у вас сильно большие ноги. Наверное, не подойдет. Думайте тоже, когда делаете заказ. Далее заказала очень такую вещь нужную, я считаю, лично для себя. Это вот такой вот, как вы поняли, топ.
Но я его заказала как нижнее белье, естественно, он и выглядит, я думаю, как нижнее белье. Не как спортивный лифчик, не как, знаете, просто носить топ. Он с чашечками пришел, даже, мне кажется, великоват немного. Я заказала размер M. Надо было, наверное, брать еще меньше. В общем, я что-то как-то не могу пока подружиться с китайскими размерами. Все это очень непросто на самом деле. Но почему я заказала такой топ? Во-первых, он телесного цвета. Его не видно практически ни под какими вещами. То есть он, во-первых, без бретелек, он держится хорошо. Плечи открытые. То есть, например, даже если надеть его под это платье, его абсолютно не будет видно. Он все держит, естественно, не видно под белыми футболками, под белыми майками, поэтому я его и заказала. У меня есть вещи, которые вот с открытыми плечами, я терпеть не могу, когда торчат бретельки. Я очень люблю под майки носить этот топ, он вроде бы как даже если его видно немного, это не так страшно. Он, по-моему, есть также еще и в белом там цвете, в черном, таких очень там много на этом сайте. Абсолютно разные, есть очень красивые, с кружевом, то есть тут уже можно выбирать для каких вам целей. Мне лично очень эта штука понравилась, я люблю такого плана белье, спортивные лифчики, просто топы. Это комфортно и все. И это главное. У меня есть футболочка с Олка магазина, которая постоянно спадает. Она вот здесь у нее разрез, вот так, то еще так она упадет. И она светится вся. То есть ее нужно обязательно носить под белье. И этот топ меня выручает в этой ситуации. Поэтому я его очень сильно рекомендую девушкам с такой фигурой, как у меня, и с такими вещами, как у меня. Предпоследний товар. Его вы также видели во влогах в Черногории, в Инстаграме. Это обычная черная майка. Я, кстати, ее показывала еще в видео, что я беру с собой в поездку. Тоненькая. И опять же, с размером я не угадала. Я заказала M-ку. То есть специально, чтобы была, она была моего размера, но как бы чуть-чуть свободная. Что я думала, она будет свободная. Но она немного тесновата здесь, вот в руках. Поэтому я рекомендую брать на 2 размера больше эту майку. Если вы хотите ее носить с такой же целью, как и я. Я хотела ее надевать на купальник, под шорты, то есть летом конкретно, чтобы она была свободная. А она была немного некомфортной за счет того, что немного тесноватая. Тем более материал такой, не хочется, чтобы здесь вот где руки, этот материал сильно соприкасался с телом, потому что он, ну, на самом деле не самый такой качественный, то есть в нем тело особо не дышит. Поэтому если решите такую заказать маечку, это классическая черная майка с широкими лямками, заказывайте на 2 размера больше своего, потому что эмочка, она так себе, хотя я и эску ношу, вот представьте, это мне надо было, наверное, эльку брать, чтобы мое желание сбылось. Хотя, если вы не хотите, чтобы майка была сильно там оверсайз, то, конечно, заказывайте на размер больше. И последнее, что я вам покажу, это шляпа. Шляпа, которую все видели, в которой я выставляла фотографии, в которой я отходила всю Черногорию, потрясающая шляпа. Качественная, толстая, постиранная уже, кстати, мною в машинке. Ничего с ней не случилось. Единственное, что когда она пришла, мы с Лешей начали с этой лентой играться и нечаянно ее оторвали, в общем. И она поэтому выглядит очень странно, смотрите, это все мы сделали. Поэтому я куплю ленту со временем и просто перевяжу. Я очень долго выбирала цвет, там был розовый, коричневый и просто белый. Я заказала как кремовый, не знаю, ошиблась я или нет. Как бы неплохо, но, наверное, можно было бы рискнуть и взять другой цвет, более интересный. Но шляпа сама по себе очень удобная, прикольная, стильная. Ничего лишнего в ней нет, шляпа как шляпа, она от солнца защищает. Она мне очень понравилась, но, например, в поездку брать, конечно, не очень удобную шляпу, потому что она занимает много места, она мнется при перевозке, вот. Но я сильно хотела себе шляпу, вот такую, широкими полями, чтобы ходить в своем пляжном платье в этой шляпке на курорте. Шляпу однозначно рекомендую, но, конечно же, выбирайте цвет, определяйтесь, потому что я подбирала под купальник. И, ну вот, я вот заказывала черный купальник, я думала, что вот я буду так и носить. И, кстати, я тот товар, который не пришел, это была белая оверсайз рубашка, типа как платье на пляж. Но, к сожалению, с ней не срослось, и поэтому пришла только шляпа из этого образа. В общем, такой сегодня был обзор, он достаточно летний, и да, я делала конкретно скидку на то, что лето, что надо заказывать что-то летнее, купальники. Но знаете, ничего страшного, что мне не подошли размеры, я как бы экспериментирую. В следующий раз я уже буду знать точно, что заказывать. Вот, например, этот купальник реально надо было заказывать в размере M, а черный в размере S. То есть нужно еще понимать по самому фасону. Вот когда смотрим фотографии, читайте, изучайте таблицы размеров, потому что все это действительно очень тяжело, но это того стоит. Я люблю делать заказы с китайских магазинов, с китайских сайтов, мне всегда все нравится. У них есть действительно комфортные вещи, интересные, которые не встретишь у нас на прилавках. Например, такой топ,
Ну, у нас в магазине белья вот именно такой я не встречала. Есть другого плана, есть просто спортивные. А здесь, ну, как бы и без бретелек, и с чашечками, ничего лишнего. Мне очень понравилось, вот. И цены приятные. Поэтому рекомендую потратить иногда время, подождать чуть-чуть, и вы получите хороший, приятный результат. На этом все, друзья. Все в описании, все, что вас интересует. Заходите, смотрите, выбирайте, делайте покупки. Пусть все у вас будет хорошо. И не забывайте подписываться на наш канал, на наши инстаграмы. И на этом все, друзья. Увидимся уже очень скоро в новых влогах, новых обзорах и новых видео. Всех люблю и целую. До новых встреч. Пока.